Доброе утро! Я в 5:30 проснулась, теперь тут танцую, в общем, у меня куличи. Пеку сегодня целый день, все расписала. Тут целые списки количества, формочки расставляю, все тут по рецепту, в общем. Здесь расписала все граммовки, здесь сколько чего нужно купить продуктов. Где-то здесь сами же рецепты. В общем, я, короче, тут сама себе бухгалтер. Так, а мы тут с муравьишками разбираемся. Они еще не поселялись. Буквально вот сюда вот только занесли, да, эти? Чуть-чуть только. Чуть. В общем, дальше они не проходили. Мы не знаем, как должно быть. Но корма-то мы уже высыпали оттуда. Вот там вот потом матка. Там еще лежит, там еще корм. Нет, да. Матка вон дальше. Ну да, но она вот. Глянь, сколько там личинок. Матка, наверное, делала. Это личинки, я не пойму, или это вот личинки. Это влажная вата, они ее пооткусывали. Нет, они-то ее, видишь, как будто тоже-то едят. Да, а из нее пить должны. Ну, тут да. Видишь, там вода. Угу. Поставила воду, потому что если мама печет куличи с утра, то значит на обед будут пельмени. Просто пельмени, это чтобы отравиться, Криша говорит. Нет, это салат еще будет, редиска, огурчик, укроп и подсолнечное масло. Гриша сказал не отравиться, а традиция. Говорит, это такая традиция, есть пельмени на обед, когда мама печет паски. Вон этот, вон, в колбочке самый главный страж. Угу. А как они вот это стаи вот эти делают? Я ж не знаю, надо почитать, сынок. Аганчик, мам. А? Не, воду попозже, там еще влажно. Там, в общем, мы уже тут разбираемся потихонечку. Да, тут оно открывается. Да. Давай я открою. Вот так. Вот, да? Это молоко заливали. Угу. И тут оно, это, гипса немного. То есть мы сюда наливаем, гипс впитывает воду, и она сюда расходится еще, где гипс. Да. Так, куличики наши отдыхают. Сейчас их будем уже мазать помазкой. У нас 8 часов. Я даже почти ничего не снимала, потому что у меня все время была закладка теста, выпекание, закладка теста, выпекание. В общем, красота. Я очень рада. Доброе утро. А теперь у нас каждое утро начинается с проверки муравьишек. И у нас сегодня радость такая, что они стали заселяться сюда на ферму. Они это только, мама их заселила. Они только живут здесь на арене. В общем, мы счастливы. Арена для бойцов, которые, короче, тут будут драться. Какие бойцы там будут драться? Одним словом, эти, хля, даже ходят уже. Да, ходят. А может сейчас посвятить? Они еще вторую комнатку не выбрали, да? Они только да, одну здесь нашли. Их. Ну там же влажные, да. Это на цветочная полянка. И буду скоро все упаковывать. Это только часть заказов. Уже начинаем все выдавать. Давай, Гриш, поправляйся. Все хорошо? Да, все хорошо. Все хорошо, ты четвертый. Сейчас уже будут начинать. Давай, сядем, будем смотреть. Что, Борисова не будет? Да, Ниш, не будет. Данилы не будет. Это не тот Борис. Это не Данила, это Евгений. По-моему. Короче, у Гриши 19,5. Сейчас же еще второй круг. Все, Гриш, я с тобой. Сейчас. Нет, все хорошо, Зай.
Володя, наш главный противник. Жопа не несет. Да все хорошо. Алена и говорит, он первая. Ура, сынок, я тебя поздравляю. Третья это второе. Да. Да, я не знаю. Твоя мать поставила. Пойдешь фотку? Вот мы уже следующее соревнование, мы же к вам в группу переходим. Мне нравится, прям вообще такой порядок. Да, да. До родителей приехали. Гришка с медалями идет. Тут плохо видно, зая. Наших нет дома. А что? Ну, не знаю. Никого нет дома? Так, все, мы заходим. Серега тоже уже. Сереж, я не помню, я говорила, что ты на карате ходишь. Так что Серый тоже уже в теме. Да, ты же все равно не будешь драться. Уже будешь, да? Два вторых места. Встречаем. 2-2. Подбурные аплодисменты. Гриша, молодец. Да? Гриша, он твои медали получил.
Соревнования приехал. Привет, мама. Молодец. Кубки в этот раз очень красивые, да? Пошли. Так, вы что, больше будете? Боец. Уже дома мама сходила, нам посвятила пасочку, рулет. Здесь зелень нам наложила, яйца даже покрасила. И еще где-то, да, упаковка. Блин, а мне лук в глаза зашел, поэтому я тут плачу. А это что? Рулет. Иди сюда, баб, только подойди. Баба Буля, баба Буля, ка-ка-ка. Баба Буля, баба Буля. Баба Буля, баба Буля. А ты про какую бабулю это поешь? Ну, Башка-Галя-Галя. А, это Башка-Галя так с тобой играла? Да, баба Буля, баба Буля. Баба Буля, баба Буля, папак, баба Буля, баба Буля, папак, Бика, а мой Бика дом, Бика дом. Как я скучала за тобой бика, целый день. Дом, а мели пать, а том мы. Опекли ботю, баба Буля, баба Буля, баба Буля, баба Буля, а то мы.